Если бы до желудка дошло, она сама варить будет. Вот коршуненок корят, а мы взяли, он меньше был в гнезде. С этим труднее будет сладить. Тогда где мы будем мясо брать теперь ему? Ну сами... мясо найдем, там курицу какую зарежем. Плохую там что-нибудь. Будем баранов резать, я там наотрезаю еще. С мясом проблемы не будет. Подожди, подожди. Здесь на тебя зря тратимся, может. Ну-ка, давай. Абсолютно мертвый. Подожди. Забило тебе там? Может, ему много-то нельзя сразу давать-то? А много-то нельзя. Ну. Заворот кишок. Мне кишка, наверное, одна всего. Так, ты будешь здесь и полеешь, Ерема. Так, ну еще, потиши маленько вот эту, тогда заберете его. Кого? Мясо-то. Ну я оставляю, зачем заберу? Куда его? Не, еще. Ищите здесь, а потом вы косточки этому отдадите. Ну ладно. Шарику. Я обслужу его. Я поехал, берем. Ну это Ерема. Что, ты не знаешь его, что ли? Глаза открыл. О, кусает. Ерема. Так? Ну-ка, попробуй ему дать самому, чтобы он ел. А что ушами кусает? Давай. Если у него желудок провалится, это вот, этого уже хватит, чтобы начать дышать. А когда он будет сам есть, тогда только мясо подавай. Сейчас ты не узнаешь, кто это. Смотри, чтобы глаз это... Видишь, какой у него? Ну-ка. Все уже поздно. Давай. Ой, какое мясо тебе дали, а? Тебе родители такого не давали, как мы даем. Ну-ка. Ну-ка, давай. Глотка-то большая. Давай. Опоздал, да, Ерем? Да нет, он глаз приехал. Да катал глаза, смотри. Батюшка-то как заботится. Побежал, он барана заколет. Я говорю, коли барана-то и будем кормить. Надо большую клетку сейчас сделать. Сейчас прям сразу начинать сеточку натягивать. Здесь будет ручным? А он ручным будет? Не понял. Ручным будет? Учить? Ручным. Ручным? Да, конечно, будет. А куда он денется? Только ручным он и будет, если научится есть. Но. Я его пытался тут мамой кашей кормить с молоком. Так смотри, голову-то маленько приподнял. Клюет, меня уже клевал чуть-чуть. Ну-ка, давай. Давай, мальчик. Ну-ка. Давай. Давай, Коря. Коря. Он сильно-сильно истощал. Тут одни кости и перья, больше ничего нету. Давай, протащим туда дальше. А ну-ка, это мясо кончилось, в самом деле, натиши его. Ничего нет, одни кости. У него даже полностью все ушло с него. Если бы он ожил и начал есть, он быстро поправится, а не прожорливый и ужасно. Я ему тогда всех беспородных голубей кормил. Каждый день крыс ловил штук по 6. Взял голову, отрезал, а дальше обдирать начинаю. Голова не ободранная, большая крыса.
Я только гляжу, он ее схватил, бац, и проглотил. У него глотка ужасная какая. Как вы знаете, так... Шарик. Шарик. Ну-ка давай. Отсосал сильно. И вот так уже разучился, да? Ну. Смотри, как тебя любят-то все. А ты у меня голубей воровать будешь опять. На свою голову кормлю вас. А вы потом что попало вытворяете. Ты по-хорошему с нами. И мы по-хорошему. Может пока хватит чуть-чуть? А? Может пока чуть-чуть хватит? Хватит пока. 5 минут придется еще покормить. Сюда так смотришь, а? Ну, смотри, голову повернул. Это значит, мы его сейчас положим где-то так, а то там ему темно, там совсем плохо. И начнем делать что-то из решетки. Решетку. Ладно, ну все.